Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Представляю вашему вниманию сегодня сеялку СЗ5.4 червонозирка. Имеет ширину захвата 5,4 метра. В комплект укомплектована маркерами. Также у нее дышло складное. Сейчас по традиции обойдем со всех сторон. Я вам все покажу. Здесь переделывалось, ну, в отличном состоянии вообще. Рама здесь вся целенькая, от слова совсем. Частично вот эта вот новая часть рамы, видите, менялась. Она даже не в заводском окрасе. Все валы, все леечки, все сошники, все в наличии, все укомплектовано. Вкладываться не нужно. Все семипроводы, они все присутствуют. Ну, может быть, один-два заменить, вот, смотрю, порванный. Вот, остальные все на месте стоят. Далее. Рабочие цилиндры есть. Друзья, данную технику можно приобрести как за наличный, так и по безналичному расчету. В любое время. Данная сеялка 2008 года. У нее широкие колеса стоят. Немножко порепаны, но еще походит. Здесь вот диск. Внутренняя часть менялась. Второй диск там родной, заводской. Укомплектованы также цепью сзади для приравнивания почвы после сева. Все цепи имеются, они же на складе, будет укомплектовано при продаже. Это однозначно. Звездочки все в наличии, леечки, валы. Все присутствует. Бункера целые, не гнилые, ничего. Она еще в заводском окрасе. Не красилась ни разу с 2008 года. Вот, табличку сейчас тоже покажу. Пожалуйста, вон сошники все. Все в отличном состоянии сошники. Вот табличка. Редковая сеялка зерно-редковая СЗ-5.4 2008 год. Червонозирка, да. Даже наклейка сохранилась с завода. Украина, город Кировоград. Здесь цепь стоит. Ну, везде, где их нету, будет все укомплектовано. Друзья, обращайтесь, данная техника можете приобрести в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Приезжайте в гости, мы вам все покажем и расскажем. Спасибо за внимание.